Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня хочу вам показать и рассказать о сорте острого перца, который называется Лока. Кустик миниатюрный, такой вообще шикарный цвет у плодов. Я даже не могу передать, какие здесь оттенки. Камера не всегда передает точно цвета. Но плоды и фиолетовые, и бордовые, и алые, и красные. В общем, все оттенки фиолетового и красного цвета. Кустик, как я сказала, компактный, сантиметров 15-20 в высоту. Плоды торчат, растут, вернее, вверх. По форме я даже не знаю, как передать. Конусовидные, но немножко приплюснутые, или как точно сказать. Красивейший сорт. Станет украшением на вашем подоконнике, еще и принесет пользу в кулинарии. Я выращиваю в огородных условиях, но в комнатных этот сорт тоже очень хорошо растет. Листва зеленая, обычная. Вот такой компактный кустик, который много места не занимает ни на грядке, ни на подоконнике. Шикарная расцветка, очень красивый, мне нравится этот сорт. Вот так выглядит плод Лока в разрезе. Там, если видно, камера не всегда передает цвета. Видно фиолетовую мякоть внутри. Толщина стенок около 3 мм. Перец очень сочный, сладковатый на вкус. По шкале Сковила около 15-20 тысяч единиц. Очень красивый сорт. На этом я его обзор заканчиваю. Заходите и подписывайтесь на мой канал, узнавайте о других сортах острого перца.